На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В Доме футбола в Минске состоялась жеребьевка календаря чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Сезон стартует 13 апреля, а в первом туре все представители Гомельской области, кроме «Спутника», играют дома. Рижская команда отправится в гости к «Сморгоне». Житковичский «ЮАЗ» примет на своем поле пинскую «Волну». Светлогорский «Химик» начнет чемпионат матчем против «Слонима». Гомельский «Локомотив» сразится с Микошевичским «Гранитом». Кстати, завтра железнодорожники проведут второй поединок четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу против Витебска. Первая встреча состоялась 9 марта на поле «Северян». Хозяева победили благодаря точному удару Антона Матвеенко на 86-й минуте. Ответный матч пройдет в Гомеле на стадионе «Дюшор-8». Начало в 14:00. Накануне определился первый полуфиналист Кубка. Им стала Ислач, обыгравшая по сумме двух матчей борисовский «Батэм». Дуэль лидеров. В ближайшие выходные в чемпионате Беларуси по мини-футболу пройдут очередные матчи. Главный поединок 20-го тура имеет гомельскую прописку. Завтра на паркете спорткомплекса «Локомотив» сойдутся первая и вторая команды нынешнего чемпионата. Гомельский ВРЗ, Аршанский и Витен. В случае победы энергетики обойдут вагоностроителей в турнирной таблице. Если же викторию будет праздновать команда Анатолия Яновского, отрыв от аршанцев увеличится до 5 очков. Начало поединка в 17:00. На разогреве у лидеров будут гомельская БЧ и столичная «Динамо» БНТУ. Матч между этими командами стартует на арене спорткомплекса «Локомотив» в 14:00. Параллельно с этим поединком в Светлогорске будут выяснять отношения ЦКК и территории из Минска. Хозяева-фавориты в этом противостоянии. Столичная команда после 18 проведенных игр не имеет в активе ни одного зачетного балла. Завтра на порядке дня сражения лидеров и в женском чемпионате Беларуси по гандболу. В Минске сыграют БНТУ «Белас» и «Гомель». Это четвертый очный поединок команд в этом сезоне. Пока перевес в личных встречах у гомельчанок. Подопечные Томаша Чатера выиграли 2 из 3 матчей. Прямую трансляцию противостояния Гомеля и БНТУ можно будет посмотреть на сайте Белорусской федерации гандбола. Начало в 14:00. Сегодня стартовал открытый областной турнир по дзюдо «Путь к Олимпу» на призы заслуженного мастера спорта Сергея Шундикова. За призовые места борются спортсмены 2005-2006 годов рождения из Беларуси, России, Украины и других стран. Цель турнира – отобрать лучших спортсменов региона на республиканскую спартакиаду школьников, которая пройдет в июне. Для юных спортсменов эти соревнования – хорошая возможность проверить свою готовность к большим стартам. Ближе уже к финалам борьба будет уже жесткая, уже борьба будет такая эмоциональная. Но тренера все будут болеть за своих спортсменов. Вот. Каждый хочет завоевать медаль, стать призером. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».